Итак, 7:27, и мы въезжаем в славный город Франкфурт на Майне. Это и... песня Франкфурта. Европейская столица финансов. Мы только что на... Вот, сейчас мы будем ехать через центр. Короче, в любом случае, Франкфурт — это единственный город такой в Германии, который не похож на остальные немецкие города. И чем-то даже напоминает Америку. По крайней мере, мне. А вот. Нам еще ехать 5 километров, так что, по идее, мы проедем через весь центр. Слева офис Sparda Банка. У нас с отеля сегодня видно было вот эти вот все центральные небоскребы. После средневекового Аугсбурга Франкфурт выглядит, конечно, сверхсовременно. Даже в сравнении с Мюнхеном. Мюнхен как будто, не знаю, застрял где-то в 18 веке. Киа. Стекло грязное, видно не очень. Документы отражаются, но вот за ними смотрите. Ну, по поводу автомобилей, там многие думают, что тут очень крутые автомобили, но пока такого не заметил. Пока в Мюнхене мне показались более крутые тачки. Это так обычно для Германии. Так, что у нас тут? У нас тут суши, японские суши. Эх, так, сколько тут этажей? A7 Würzburg Richtung Fulda zwischen der Talbrücke Fulda-Tal und Dreieck Fulda-Richtung nach einem Unfall. A2 Donau-Wörth Richtung Augsburg zwischen Bertingen und Nordendorf Behinderungen nach einem Unfall. Das Wetter in Bayern in der ersten Tageshälfte ist in Hauer und Felder, vor allem in Nord- und Ostbayern. Sonst scheint heute viel die Sonne. 24 bis 30 Grad sind auch morgen freundlich, Schauer und Gewitter lediglich. Вот, смотрите, вот так вот куют во Франкфурте деньги. Даже церковь есть старенькая. Так, ехать еще 2,5.
половиной минуты. О, дорожки такие. Наш навигатор, короче, сегодня целое утро нас водит по Франкфурту. То он налево хочет, то он направо. Вот видите, это фирма XGODY. Не покупайте. Покупайте нормальные навигаторы. Например, TomTom. TomTom is good. TomTom is good. Потому что вот это вот китайское дерьмище. Коллега вообще нервничает с этим навигатором. Так, что там у нас дальше? Театр, судя по всему. О, какое прикольное здание. Обалденное. Что это у нас такое? Это у нас... Короче, навигатор решил, чтобы мы сегодня покатались нормально по Франкфурту, посмотрели, что там да как. А, время на работу потом найдем. Так, а вон бомжи сидят, смотрите. Отдыхает. Цыгойна. Так что цыгане не только во Львове на вокзале тусуются, они и во Франкфурте любят. Публика немножко побогаче. Я, правда, не уверен, что дает больше, но... Вот так я. А на Navi wird wieder sagen falsch. Navi ist krank. Warum ist es schlafen auch? Nein, ich bin mit Bundesnavi. Machen nur drei. Macht links und macht rechts. Ich fahre gerade die ganze Zeit. Macht andere Route, oder? Nein, nur rechts. Nur rechts. Was soll ich machen? Schau, Route will wieder gehen. Роутер хочет, чтобы мы не только попутешествовали по Франкфурту, а чтобы еще и получили штрафик. Immer wieder rufen die Trump und der Ritten sind auch die Kosten des Spektakels und dass Trump einen VIP-Bereich für Parteimitglieder und treue Unterstützer eingerichtet hatte. Diese schaut, hey, was machst du hier? Ja. Was machst du hier? Geht scheinbar. Aber ohne Fafa. Ohne Fafa. Ja? Das ist auch gut. Was Fafa? Ohne Signal. Alles. Es soll ein gemeinsamer souveräner Rat gebildet werden. Ja, natürlich. Ja. 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 Da etwas länger regieren soll. Gleich. Zielsetzen sollen dem Gremium dem Militär zufallen, fünf der Zivilgesellschaft. Einen weiteren Sitz soll ein Mitglied erhalten, der
als Zivilist ist, aber einen militärischen Hintergrund hat. Außerdem haben sich die Verhandlungsführer auf die Bildung der Regierung. Let's go! Я извиняюсь за трясущиеся телефон и руки. Немножко попозже у меня будет нормальный держатель. Примерно через год. Так, а что у нас тут? Здесь у нас река. Я так подозреваю, река называется Майн. А вот летит уточка. Уточка, мостик пешеходный. Во. Викингер. Корабль был с названием Викингер, а вот Наутилус. Хорошее название. Одни идут на работу, вторые занимаются спортом. А мы уже приехали. Так, это что мы? Так, что у нас тут? Что у нас тут? У нас тут церковь. У нас тут церковь. Сейчас пойдем помолимся и в Аугсбург.